Миллион за лемура. Красноярец продает единственного в городе детеныша красного вари. Малышу Джеральду 4 месяца, его маму привезли из Франции, а папу из Германии. Красный вари – один из самых крупных представителей мадагаскарских лемуров. Довольно редко размножаются в неволе, вырастает до 60 сантиметров в длину, столько же в длину достигает и хвост. Весит взрослый вари до 5 килограммов, питается фруктами, овощами, кашами, перепелиными яйцами и вареным мясом. Для содержания в домашних условиях обязательно нужен вольер, просторная клетка или отдельная комната. Четырехмесячный детеныш Джеральд уже полностью самостоятельный, очень игривый и общительный. У него есть характер. То есть он игручий, он кусачий, он подкусывает, он наезжает, он буксует, он головкой трясет, он показывает, что он очень сильно опасный. Ну, то есть он играется. Ну, это вечная игрушка, которая, ну, живет до 30 лет, и, собственно говоря, ну, кроме радости, никого ничего больше не вызывает.